Всем привет, ребят! Начало влога, и весь этот влог посвящен 9 мая как подготовке к этому празднику, так и самому празднику. И данное видео снято полностью на устройство Redmi Note 7, обзор на которое у меня вышло прошлым роликом. Ну а пока удачного просмотра и интро! В общем, ребят, начало влога. Сейчас идем на занятия в ДМЦ за Волгой. У нас там на улице, в общем-то, все будет проходить. Будем красить шлюпки, ремонтировать, ну, в общем-то, готовиться к летней практике. Поясним, что такое шлюпки. Мы на след идем. Ну, в общем-то, начну снимать, когда придем уже туда, на нашу базу. Ну что, подходим к нашей базе на ДМЦ. Там машины стоят. Все основное происходит именно там. Вернусь, когда зайдем вовнутрь. Вот свободная колоночка, вот здесь. Ну, вроде с 20 до 15, 5, то есть, ну сколько? А тут мы работаем сейчас. Красим цепь. Также еще вон там вот шлюпки, шкурят люди, и там тоже работают. Ну, думаю, вы меня сейчас слышите, я про это надеюсь. Немного сниму уже в конце всех занятий, и когда уже будем идти на остановку. Скорее всего, сейчас дойдем после занятий до Рио, там немного погуляем. Вот примерно такой, мы тут сейчас занимаемся, блядь, складываем в коробке. Ну, сейчас снова будем красить. Да, а что нет, так влог. Вот там еще у нас девка на крыше стоит. В общем, у нас закончилось занятие, мы сейчас с вами пойдем вон туда. Там небольшой лес, поснимаем прикольных фотографий, немного видео. Сейчас ждем нашего друга и отправляемся туда. Продолжу снимать уже там, в лесу. Иду я, значит, домой сейчас по улицам и вижу такую вещь. Честно? Я офигел от видео. Ну, думаю, вы поняли, что это. Сейчас переверну камеру и покажу. Ну, вот примерно так это и выглядит. Творческие люди Костромы. Угу. Баба-яга вписалась в дерево. Ребята, у меня есть к вам большая просьба. Переходите сейчас в комментарии и пишите там темы для следующих роликов. Ведь кроме влогов я не знаю, о чем снимать. Но пока приятного просмотра. Всем привет, ребят. Продолжение влога. Снимаю себя в зеркале. В общем-то, новый день. Продолжение влога. Сейчас иду в школу. Потом у нас репетиция на 9 мая. В общем-то, поснимаю немного там, ну, в общем-то, как получится.
И да, это новый формат влога, я буду снимать его в течение недели, а не в течение дня. Так что идем в школу. В общем, подхожу к школе. Сейчас здесь пока снимать не буду. Сниму немного, когда уже в саму школу приду. Ну что, подходим к вечному огню. Ну вот у нас там 12, сейчас репетиция. 12-14. А там людей много. На реке рулят. И еще там где-то люди стоят. Ну, в общем, вернусь, люди, когда прям к вечному огню и подойду. Щина. Егор, Егор. Рюкзак носим, да? Да. В общем, рядом у нас закончилась репетиция. Вы сейчас увидели небольшую, так сказать, перебежку того, как мы это все репетировали. Прошло 2 часа, мы все убитые в хламину. Сейчас будем идти на остановку и ехать по домам. В общем-то, этот влог будет сниматься в течение недели, так что он получится довольно-таки долгий. В общем, ребят, продолжение влога. Сейчас иду на остановку. Поеду к вечному огню. Вернусь, как сяду в автобусе. В общем, у нас закончилось 9 мая. Мы вот сидим в тенечке, отдыхаем. Да, у нас подск еще один. Вот Коля наркоман. Всем привет. В общем, сейчас поедем домой, потом у нас вечером костер памяти, там тоже немного поснимаю, но, в общем-то, вот, вернусь, когда буду в автобусе. Идем на костер! Зашибись. Как придем, засниму оттуда, потому что мост нереально длинный.
Подушителя всех пламенных идей, насильникам, грабителям, учителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война. Бьют крылья черные над Родиной летать. Поля ее просторные не смеет враг топтать. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Спаси. Все мероприятия закончились. Сейчас находимся в Рио, идем в Талкан. Как-то так. Ну что, выдумались. В общем, вышли из Рио. Идем сейчас на остановку и едем домой. Завтра посетим Рио. А сниму немного там. 9 мая закончилось. Все репетиции закончились. Но график роликов остается прежним. Следующее видео выйдет в пятницу. И это будет полный обзор. И мое честное мнение о смартфоне Redmi Note 7, на который снимается сейчас окончание этого видео и на который снимался весь этот влог. Ну, что я хочу сказать. Всем удачи, всем пока!